Московский областной центр охраны материнства и детства готовится к проведению прививочной кампании от COVID-19 среди подростков. В поликлиническое отделение номер 1 поступили две морозильные камеры для хранения вакцины. Помощь в приобретении оборудования оказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Сухов. Выделено определенное количество вакцин на наш Люберецкий район. Но для того, чтобы прививать детей, для этого нужно организовать работу. И в частности, это вакцина, которая хранится в специальных морозильных камерах. Не просто в холодильнике, а в специальных морозильных камерах при определенных температурах. Мы в Совете депутатов работаем очень плотно с нашими коллегами. И, безусловно, вот Татьяна Николаевна в том числе, да, ну, на ее просьбу мы не могли ей отказать. Все моменты, связанные в том числе и с вакцинацией, они касаются и нас. В ближайшее время медицинское учреждение получит первую партию препаратов, предназначенных для иммунизации детей. Прививку от коронавирусной инфекции будут делать подросткам от 12 лет с письменного согласия родителей.